Дешевые авиабилеты для молодежи и пенсионеров начали продавать на Камчатке. Продажа стартовала в рамках программы «Дальний Восток-2019», сообщает краевой Минтранс. Там говорят, что билеты продают по трем направлениям – это Москва, Владивосток и Хабаровск. Купить их могут молодые люди в возрасте до 23 лет, женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет, инвалиды и многодетные семьи. Стоимость перелета по маршруту Петропавловск-Москва составляет 7,5 тысяч рублей в одну сторону, до Владивостока – 6 тысяч, до Хабаровска – 2,5 тысячи рублей. Купить авиабилеты можно в офисах Аэрофлота, а также в уполномоченных агентствах.